Всем привет, игра Клондайк. Добро пожаловать на форт удачи. И я предлагаю, чтобы удача пришла к нам, начать чистить вместе. Итак, дополниловка. Найти, осмотреть все загадочные камни. Ой, как загадочно. Ну, тут нам уже, как говорится, 4 подарка. Ну, 4 не значит, что все классные. Первый подарок ни о чем, ни о чем, ни о чемкин. Второй подарок ни о чем, дубль 2. Третий подарок. А я знаю, что это за котик. А может, декорация, кто его знает. И, ой, замечательный приз. Это рулетка или что это? В общем, сюрприз будет. У нас есть еще 12 дней на расчистку этой локации. Что мы делаем? Я не знаю, но что-то. Больших камней не вижу, а остров сам по себе... двухъярусный. Ну что, в гору не пойдет, гору обойдет, а мы пойдем в гору. Мы пойдем сразу на второй этаж, потому что очень интересно, что же нас там ждет. Так, пока идет запас того, что там у нас случайно вылетело, да, очень даже быстренько шло. Так, а почему тут у нас 65. Надо что-то найти и поставить компаньону. Ну, сейчас найдем. Кто ищет, тот всегда найдет, скажу я вам. Вот и я уже нашла. 140. Не-не-не. 55. Будем убирать самостоятельно. Не надо мешать компаньону играть, отвлекать. Крупная, да, а вот такое вот как, что типа могли бы и сами, смоем и сами. Так, вывозить, конечно, будем потом еще немерено. Ой, по-моему, я мальчик, еще и усатый. Ой, как ужасно. Никогда бы не подумала. Так, 65. Прикол, что к 65 я не совсем готова. Да ладно, у нас зато есть много, 75. Будем тратить. Йента у нас 90. Ну, 90 это не предел мечтаний, поэтому... Ой, можем убрать и сами, если что. Самый большой прикол в том, что в этот раз... Я привезла всего 500 яблок. Ну, чтобы не заморачиваться, чтобы так, типа, по-быстрому. Ой, 50, 50. А что же это я тут сделала не 50? Знаете, мне показалось, что вот эта вторая локация как-то даже лучше чистится, чем первая. На ней нету столько травы. Кстати, я сундук нашла. Давайте смотрим, что там. И за счет этого прям на ура. А энергия? А энергию не дали, да? Ну ладно. Может, еще дадут? Не? Сыпется ж еще. Все же. Помощь зато дали. Во как. А энергия? Хоть чуть-чуть дайте-то. О! Выпросила. Кстати, дали хорошо. Так, раз, два. И на ентой веселой ноте... 47. Так, 30, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кстати, что вот это? Загадочный камень. Нажмите, чтобы осмотреть. Это мне сейчас. А ладно, нажмем. Мне сейчас не очень надо, конечно. Ну, тут у нас. Что дадут энергию? Не? Патроны. Шумные. Передать не могу. Так. Значит, делаем вот тут. Смотрите. 4. Раз, два, три, 4. Так. А вот этот мы отменяем просьбу. И, тихо, тихо, тихо. И, а, нет, подождите. Это не тот. Вот этот мы отменяли просьбу. И убираем полностью. А тут мы просьбу возвращаем. Помогите, называется. Так, все, стой, дяденька.
И на этой веселой ноте мы можем... я сделала почему-то 53. Вообще не понимаю. Даже не догадываюсь, почему. Ну, в общем, мы идем куда-нибудь, зачем-нибудь. Ведь эта страна уже фактически ни о чем. Еще эта птичка говорун отличается умом и сообразительностью. Постоянно пролетает, приносит нам подарочки. Такие скромные, но со вкусом. Поехали. Я хочу еще пооткрывать камней, потому что, ну, чтобы компаньону ни в чем не отказывать, чтобы ему было чем заняться, чего нам повыбивать, собственно говоря. Сейчас поставим. Так, камушек. Есть. А сами уберем то, что надкусили. Зачем бросать недоделанное, правильно? Надо довести до ума. Не мешало бы немножко вывести, уже привести энергии сюда, энергетиков каких-нибудь. Ну вот. Кстати, у нас должна быть такая крабовая рулетка. Хампета дарили с какого-то острова. Давно дарили, но я таки-то об этом помню. Она у меня, по-моему, об этом скажите, менеджере рулеток. Это красотень. Я просто подумала в менеджере больше шансов покрутить, чем так, поэтому... Кстати, все обратили внимание, что задания продлились. Поэтому, чтобы получать дальше призы, не забываем исполнять наши задания. У нас тут ежедневные крючки сегодня остались. Ой, вчера, честное слово, поленилась, а зашла в игру уже поздно. И одно каждодневное не сделала. Посмотрела, осталось 3 часа. Не, могла, конечно, ускорить заводы и сделать за 50% времени стекло. Потом подумала, да ладно... Я не думаю, что прям так принципиально все едино. Если я там когда-то один раз пропущу, должно хватить. Нет, много пропускать нельзя однозначно. Ну, один раз, поверьте мне, это не прям так страшно. Мне так, по крайней мере, кажется. Так, давайте уже что-нибудь вывезем, что ли. 45. Ой, я не хочу этого делать. Я не то нажала. Хочу просто убрать чего-нибудь и просто шагнуть вдаль. Вот это что у нас? 70. Поехали. Ха! Еще какое-то задание исполнила на самом деле. Негаданная, конечно. Дамочка! Я хочу быть дамочкой, не хочу быть дядькой усатым. Мне не интересно быть усатым. Вот тут этих крабов накидали. Но они прям у них тут, можно сказать, разбежались. Кто куда. Так, тут куда ни глянь, давай энергию, называется, 45. Ой, а нас тут ждут красавцы такие, почти пираты Карибского моря. Ой, кораблик, ой, нам надо привезти рыбу. Сейчас есть столько кусков таких, где надо при помощи, ой, чего-то открывать. Я вот не догадалась, сколько мне штук надо рыбы привезти. Там можно было бы зайти почитать. Ну, по крайней мере, я вижу двое. Но никто не говорит, что где-то за каким-то кустом не сидит третий осьминог. Как вариант. Кто его знает? А у меня места уже нету, да? Ладно, сейчас поеду домой, привезу им. Рыбы уже, что делать? Надо же с ними как-то договариваться. В конце концов. Так, 45. Что еще привезти? Говорите сразу. Ага, шумные патроны. Я уже привезла. Поехали. Так, 93. Чего я хотела? Ну, пару камней убрать. Но мне их таких нету фактически. Еще что убирать-то? 2 камня. Да ну, надо расчищать. Или убрать пока то, что есть, тоже как вариант. Ладно, вывезу. Только давайте, чтобы лишнего не было, прям чересчур. Ну, такое, нормально. Так, в общем, я привезла рыбы.
Давайте смотреть. Ну, подарочки дают. Добрые такие. Теперь тут можно все собрать. И, кстати, можно собрать не только все, еще и снарядов насобирать. Пригодятся. Так, эти по 70. 70. Куда стрелять-то будем? По кораблику, что ли? Ага, 8 штук надо. Типа заряжай, но не совсем. Нам только 4 нашлось. Ну, есть чему стремиться. Так, это что? 90. Эпс. 40. 65. Тут я вообще могу куда-то пройти или как? Тут у нас прям заросли, ничего не видно. Между прочим, надо было бы по-хорошему этот камень убрать. Я же его надкусила. Че он у меня тут стоит, собственно? Создает видимость большого камня. Обман зрения. Есть. Так, 45. Так, 45. Ну, в принципе, так чистится так довольно-таки ничего. Неплохо. На второй этаж когда пойдем? Хотелось бы уже посмотреть. И тут надо тут какие-то апельсины, мандарины пособирать, скажем так. Что-то этакое. Сейчас гляну. Вот, лимоны. Где мои лимоны? Это что у нас? Там, по-моему, апельсины, явно не лимоны. Лимоны желтенькие. Там что-то оранжевое. Сверкая. Во. Грейпфрут. Обман зрения. И не лимоны, и не апельсины. Грейпфрукты. 40. 60. Поехали. О, рулетка. Что дали? 3 монетки. Неплохо. Дяденька, давай. Тот, который тетенька. Это что? 95. Так, это у нас по 45. Ладно. И фрукты дали. А апельсины, мандарины никто не дает. Ента 45. Ну, в общем, скоро до второго этажа доберемся. А там, глядишь, и на третий остров попадем. Да-да-да, в этот раз, походу, их 3. Я вот это хотела убрать. Так и не дошла до этой светлой минуты. Так. 45, 45. Мы опять так вывозить будем, конечно, немерено, скажу я вам. Ух, не надо было делать 50, надо было делать 60 на самом деле. 20 30 40 60, да, и убирать вот эту красотень. О, камушек для компаньона. Я тебя нашла. Давайте вот этот, ну ладно, уже и этот, за компанию. Ну что, придется в обход идти или как? Что-то я тут не вижу ничего прекрасного. Ладно, где-нибудь что-нибудь. 65 47 40. Не, ну 65 тоже уберем, конечно, но не сразу. А ой, это только 20%. Тихо. Не пугайте нас. Где там 65 ваши? Ха, уже 80. Аппетит приходит во время расчистки. Я видела 65. Я была в этом уверена почему-то. 70. Ладно, убедили. Убираем 70.
Потом убираем 80. 10. Так. Это 60. Это 60. Убираем. Ну, чтоб типа не ошибиться. Ой, а я тут 165 нашла. На секундочку. Тоже сейчас уберем. Я компаньончиком. Так, 30-40. И чего нам 45? Да ладно, ну, 45. О, птичка, говорун. Попугай, ара. 45 где? 45. Так, ладно, сейчас ставим. И идем помогать компаньону. Не стесняемся. Потому что компаньонская помощь — важная помощь в игре. Походу я нашла бандитов. 50 ударов. Ладно, поехали. Какой-то он такой чумаденький, что ли. Мне показался, по крайней мере. Ладно, пока там с бандитами воюют, я хоть немножко пособираю. 21%. Вообще ни о чем. Ну что, мы там еще воюем? Ну да. На осаде. Так, что нам вообще положено? Найти и отдать вещи. Мы вещи нашли? Нет. А тут что надо? Произвести точные выстрелы. Хорошо. Мы не можем, нам патронов не хватает. Мы плохо гуляли по бережку, слабенько. И не обнаружили еще прям все-все патроны. Ну, есть к чему стремиться. Так. Это что у нас? 65. Решила все-таки на бережку поискать еще наших красавчиков голодных, накормить рыбкой, пока не обнаружены. Ну, не, на второй этаж и шла и чуть-чуть не дошла. Видите, тут стоят, ждут, хотят военных действий. Ну, конечно, можем организовать. Но не очень-то и хотелось. А, кстати, сколько я делала патронов? А я знаю. А я их много наделала, как выяснилось. Это что? Это 60. Ну что там? Давайте достреливайте и... Я грейпфрукту нашла, ничейную. А должна была собирать лимоны. Ну ладно. Лимоны удачи, грейпфрукты удачи. Какая разница? Хотя лимоны вкуснее. Так. Это чего? Это 45. Поехали. А, кстати, обратите внимание, что патроны еще практически выпадают. Так что тут у нас накапливается. Эффект накопления. О, второй этаж наш. Есть. Дамочка. Мы такое, кстати, на том первом острове строили. Ну, там как-то обошлись без ключа. А тут им ключ подавай, как выяснилось. Ладно, найдем мы и ключ. Найдем все, что... Тут много по 95. Чересчур. Так, это что у нас? 40, 60. Кстати, да, я ж хотела тут вот на 60 тоже убрать. Поехали. Вот он меня смущает, этот грейпфрукт. 40, 55. Под шумок. 55. Где? 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 Вот, нашла. Фасить нам сколько? Так, пока выгружаюсь. Где мои красавцы, которых надо накормить рыбой? Я что-то их пока мисс в упор не вижу. Два было. Ой. А два ни о чем. Так, это что?
это 80, 40, 80. Поехали. Мне вот это вот смущает внимание, вот эти кучки. Хопс, камни вот эти, которые надо 7 штук было найти. Ну, надо же их открывать. Если не откроем, значит не найдем. Так, есть. Где еще? Мне кажется, где-то я еще видела. Такой хороший камушек. Раз, два. Жалко, что энергия не выпадает. Если бы выпадала, было бы поинтереснее. Вещи мореплавателя. Тут энергия будет. Там мне надо хоть пару камушков по 95 убрать. Давайте энергию. Что это такое за жадность? Ага, вещи мы нашли. Ладно, надо что-то вывести и привести немножко энергии. Потому что иначе несознательно. Между прочим, я нашла вот еще груду снарядов. Но рядом с ним никто ее не охранял почему-то. Эту груду. Хотя я думала, что каждый раз, когда будем находить груду, рядом будут голодные наши животные. Вот еще, которые хотят рыбки. Ну ладно, нет, так нет. А рыбки-то я им привезла на самом деле. Ну, не хотят, пусть ходят голодные. Так, поехали. Зарядить. Палубу. На удачу. Мачта. Ничего себе. Пока угадали, куда целиться. Чуть было, все снаряды не потратили. Вот так вот. Ой, разбили такой красивый кораблик, как мы могли. Ай-яй-яй. Ну, на втором этаже я только начала чистить. Ну, тут тоже камни. Скажем так, всевозможные. 55 и другие. И 90. И 140 не забыли. Тоже так приготовили для нас. Ну, не для нас, а я для компаньона. Сейчас ему поставлю. Так, надо писать компаньону, чтобы поставил опять помощь. Заканчивается на самом-то деле. В общем, я медленно шла-шла и что-то нашла. Не поверите. Ничего хорошего. Еще один. Ну, на этом острове, конечно, первое дерево на 200. Но я его оставлю компаньону. Хорошее дерево. Надо поделиться. Как-то так. Я даже почти уже помощь оставила, почти 10. И причем все такое легкое. 120, 165, 150 и вот даже 200. Ну, типа внесла разнообразие. Так, счет пошли 85 уже деревца. Они прям уже не знают, чего бы нам предложить. Так, 40, 80. Это что? Ага, 70. Да ладно, подойдет. Чистим. Задание у меня аж 3. Так, освободить доктора. Доктор, ты свободен. Не? Ну, ключи еще не нашла. Ладно, не свободен. Найти, отдать вещи. А мы вещи находили какие-то. А что не отдали? Себе оставили. А мы еще не все нашли. Мы не виноваты. Мы активно искали. Ну, искали активно, но просто еще не все обнаружили. Как только найдем, так сразу вернем. Так, тихо, 45 не то. Мне надо 60. Так, 1, 2, 3, 4, 60. Это что, еще деревцы у нас 200? Ой, какие они добрые. Передать не могу. В общем, на этом острове остров классный, легко чистится, но есть чем заняться. Деревца по 200. Компаньон
встречай подарки. Так, ну теперь начинаем уже от меньшего к большему, отнимать чего-нибудь, что попроще. А попроще тут только вот пару камней, вот 120. И место попроще ставим на 200. Ну, потом посмотрим, может, еще переиграем, кто его знает. Пока мне как-то так. Так, 40, 90, вот вам 85. Мы поставили опять. Он прям стихами заговорил. А где там еще наши вещи? Тут человек сидит, волнуется, ищет свои вещи. Мы никак не отдадим на самом деле. Ага. Ну, пока мы вещи не обнаружены. Ну, мы продолжаем искать. Это что? 50 надо сделать. И убрать 45. Ха. 50. Там птичка летает. А вот, кстати, вещи все обнаружили последние. С вещами мы закончили. Я так думаю. Так, где там молодой человек? Заберите ваши вещи. Нам за это 20 сахара подсластил. Так. Решила собрать одно деревце. Ну, поделиться с компаньоном его уловом. Два дерева. Ну, не могу. Хочу хоть одно забрать. Забрала. Ха. Ну, взамен я ему поставлю что-нибудь. Это такая, может, еще 165 попадется, а пока есть вот 120. Ну и почти 120. Нет, этого ставить не буду, это уже прям вот этот поставлю. 120. Во. А мы уберем еще то, что я надкусила. Я старалась. Вот, 93. По процентам 36% вообще ни о чем пока. Есть чем заняться, что 95 опять. Между прочим, могла бы догадаться и привести хотя бы еще немножко сюда плюс 90. Ой, плюс 50. Ну как-то вот талантов не хватило, и у меня осталось тут 7 штук на острове. Ладно. Еще есть чем заняться. А заданий тут еще сколько? Так, два. Найти всех членов. А где их искать? Члены? А, вот они. Смотрите, я тут даже кораблик не заметила. Вот, найти всех членов. Я два нашла из трех. А третий пока не обнаружен. А второе задание еще. Так, там еще ключики. Ну, в общем, я так понимаю, что, в принципе, ключики я тут сверху сейчас обнаружу. Надо только поискать немножко. И еще одного товарища тоже я найду. И потом... А, мы опять будем стрелять, между прочим. И после этого у нас откроется еще задание, еще одна локация. Ну, это будет уже совсем другая история. Видео мы заканчиваем. Всем пока!